Белка – некоммерческая организация, помогающая американским компаниям в Южной Америке. Всем сотрудникам, прошу минуту внимания. С нами говорит Господь. Ваши шансы выжить вырастут, если будете выполнять приказы. Задача у вас простая. Убейте трех своих коллег, или мы убьем шестерых. Телефоны отключены. Надо эвакуировать людей. Майки, брось, это ж прикол. Народ, слушайте, кто-то просто решил повеселиться за наш счет. Первый этап начался. От продюсера проклятие Аннабель. У него голова взорвалась изнутри. Что? Когда нас взяли на работу, в нас имплантировали датчики. Удалять метку строго запрещено. Следуйте приказам, или будет еще один взрыв. Время пошло. Автор сценария Джеймс Ганн. Не царапины. Ты знаешь, что это за металл? Без понятия. Эй, мы здесь! Нам нужно обсудить все варианты. У нас нет права лишать невинных людей жизни. Что ты делаешь? Меня ждут жена и дети. Второй этап начался. Нам не нужно оружие. Мы должны постараться выбраться отсюда. Не с места, вашу мать! Через 2 минуты 30 из вас должны умереть. В противном случае мы уничтожим 60 человек. 5, 4, 3, 2, 1. В конечном итоге каждый сам за себя. Эксперимент Белка. Тони Голдуин, Адриа Архона, Мелани Диас и другие. 17 марта.